Юрий Павлович, вы рады, что сегодня варп? Сегодня будут такие эпизоды. Но я же говорил, что еще больше проводов. Зеленые и красные. Ты локомотивские цвета кнопочек. Мы лучше в атаке были. Недовольны решениями. Внимание. Дим, что Челу говорил перед ударом? РПЛ, мы любим тебя. Формально ВАР дебютировал на чемпионате России, когда играли Рубин и Динамо, но тогда он не пригодился. А вот Локомотив и ЦСКА такие ожесточенные соперники, что точно этот мониторчик понадобится. Так что формально это не дебют, но по сути это дебют ВАРа здесь, на веб-арене, в московском дерби. Вот скамейка Локомотива, и Юрий Семин будет находиться во время матча здесь. Давайте посчитаем шаги, которые отделяют его от ВАРа. Раз, два, три, четыре, 9-10 буквально. Юрий Павлович наверняка сорвется. Ну, разочек за матч точно, чтобы туда посмотреть лично. Вот эти рамочки, чтобы не светило солнце, плюс он герметичный, чтобы на случай, если осадки, просто туда ничего не попало, плюс там есть окрасное охлаждение. Ну, просто чтобы в любую погоду, жарко, холодно, всегда работало. Так, сейчас мы отрепетируем общение с видеоарбитром. Юрий Павлович, вы рады, что сегодня ВАР? Не потому что сегодня, я рад, что наконец-то он все-таки будет в нашем чемпионате. А вы так близко к нему находитесь, вы удержитесь, не сорветесь к нему, чтобы самому посмотреть повтор? Ну, может быть, посмотрим. У вас уже желтая карточка есть? Ну, тогда не будем. Сколько раз сегодня будут смотреть ВАР вот здесь? Слушай, мне кажется, что много. Во-первых, тур тенденциозный, да? Обратил внимание. Чуть ли не в каждом матче реально есть вот эти моменты, там, с руками или нет. И мне кажется, что сегодня будут такие эпизоды. Здесь под трибунами стадиона ЦСКА еще больше технических машин, еще больше проводов, еще больше людей. Технический персонал ВАРа, звезды настоящие, все они берут интервью. Но я же говорил, что еще больше проводов. Это как раз машины, где ВАР и расположен. Устроено очень просто. У нас есть 4 рабочих места. Вот это главное место. Здесь сидит главный ВАР, видеопомощник сиди. По вот этим вот экранам, которые по верхнему ряду, они смотрят прямой эфир, то есть главную камеру. И вот это вот основной рабочий экран видеоарбитра, который разделен в зависимости от момента на 4, на 2, на несколько частей, по которым он смотрит момент. А вот по этим наушникам они разговаривают с судьей на поле? Да, правильно? По этим наушникам они разговаривают между собой и при необходимости вызываются. Когда вот этот вагончик закроется и уже нельзя будет посмотреть, что здесь происходит? За полчаса мы закрываем вагончик и готовимся к матчу. Сюда Мешков пойдет с охраной в ваш вагончик? Да, да, конечно. Да? Охрана будет стоять во время матча. Так, самое интересное, зеленые и красные киты, локомотивские цвета кнопочек. Что это такое? Когда нажимает на красную кнопку судья, он разговаривает с судьей на поле. Так, а зеленая? А зеленая, это он просто в процессе работы отмечает моменты. Почему не красно-синий, спросят армейцы? Красный привлекает внимание, а зеленый, не знаю, нейтральный. И пока этот вагончик не закрылся, попробуем сесть на место Виталия Мешкова. Он сегодня у нас главный арбитр видео. Попробуем нажать эту кнопочку, пока нас никто не слышит, но все впереди. Ну что, удобненько здесь, удобненько. Так что все решения должны быть правильными. Каждое какое-то происшествие на поле, каждый эпизод должен так или иначе обсуждать. Судья! Судья. Просто допускай даже впустую, пускай даже не будет никакой реакции из этой воровни, как ее называют, но комментировать нужно просто, чтобы эту информацию сверяли с происходящим на поле сами арбитры ВАР. В обязанности резервного входит оберегать ВАР от тренеров. У нас есть 2 стюарда. А то есть не судья, а стюарды охраняют? Они не охраняют. Они дают возможность главному арбитру спокойно посмотреть эти препятствия. Давайте не будем гадать, а посмотрим, будем после обсуждать. Честно говоря, уже надоели эти разговоры о видеоарбитре. Понятно, что если тренеры пойдут смотреть ВАР, то сразу получат красный. Хотя это никто не говорит так громко вслух, но будет именно так. Давайте все-таки на футболе сосредоточимся. Что-то мне подсказывает, что апрельских унылых 1-1 здесь не будет.
Корякину, то еще один комментатор матча вот. И вот его микрофон. Thank you.
Лок что-то ни о чем. Сегодня очень слабо команда Семина играет, но все-таки весь матч делает даже не ЦСКА, а делают технологии, которые сейчас спрятаны от наших глаз. А вот ты и та самая охрана, которая оберегает судей от вмешательства. Напряженно здесь было, нет? Не особо. Хотя, подождите, при чем здесь микроавтобус, если все решал Безбородов? Решил ли он все правильно? Дима знает. Дима! На полном серьезе сказал ау. Там же мяч от бедра в руку отскочил. Но мне кажется, Живоглядов виноват, но это пенальти, как мне видится. Скажите, насколько жарко здесь было около ВАРа в первом тайме? Было очень жарко, как бы два момента, давно мы не видели ВАР в работе. Молодцы, увидели, разобрались, все здорово. Новый лук, новая игра. Юрий Павлович на заваленке. Так, а вот и способ Семина переломить игру. Пока все плохо для Лока, очень плохо. Сведей будет лучше? Так, Локомотив подровнял игру. Теперь это не так выглядит, как в первом тайме. Улицы с односторонним движением. И стандарты еще у Локомотива появились. Смотрим внимательнее. Большего огня, чем в апреле, но немножко обманулись, но все равно эта игра в истории. Первый ВАР-гол забит в чемпионате России, так что мы с вами точно не потеряли, находясь здесь. Но сам матч, конечно, мог бы быть веселее. Бывший судья Сухина, видимо, объясняет Юрию Павловичу, когда ВАР смотрит, когда нет. Все кричат: время в поле! Безбородов не слышит, у него свое время. Где он, кстати? Мы забили гол, мы лучше в атаке были, лучше защищались. Как работал ВАР, вам понравилось? Ну, учитывая, что мы выиграли, 15 понравилось. Дим, что Чалову говорил перед ударом? Промахнись, как всегда. Ты и говорил. Потом он сказал мне, я не промахнулся. И вправду лучший? Сректа вей, ты милё? Вем? Ну все. Ну все, не кинь, сколько? Не знаю, кто выбирает. Он сам себя лучшим, что не чувствуешь? Ну, Ашик, ты не любишь. Ну, Свет, ну, иди, кого иди. Нет, я же на поле, там я так не могу. Там сложно понять, лучше, кто не лучше. Футболисты принимают душ, садятся в машины, в автобус. А еще один участник матча вот так вот собирается домой. Вот в футболе так часто бывает, особенно если вы смотрите игру от поля. Матч не изобиловал моментами. Не очень зрелищный футбол, но эмоций столько. Разговоры Баринова с Чаловым один чего стоит. В общем, если коротко, РПЛ, мы любим тебя, но следующее видео будет из Англии. Так что подписывайтесь и не забывайте про колокольчик.